Всем привет, дорогие друзья, с вами Шереметик и, как всегда, Рифмас Геймс. Привет, привет. Сегодня мы играем на канале Лумнастик в игру Bloons TD6 Tower Defense. Очень популярная игра на мобильных. Как обычно, небольшая инструкция, но она будет, скажем так, в двух частях. Вот такая вот игра. Сейчас вы поймете почему. Первое. Как обычно, ссылочка есть в описании. Качаем игру на freetp.org. Качаем игру, качаем фикс, устанавливаем игру, устанавливаем фикс в ту же папку. Это вы все уже знаете. Затем Steam у вас должен быть запущен. Можно не сразу. Объясняю почему. Зайдя в игру, первый нюанс. Если вы нажмете начать, у вас пойдет обучение. Первые 10 волн. Я подумал, что хорошо бы я уже играл раньше. Нажать кнопку. Игра просто зависает на загрузке. Пишет на экране загрузка, и игра дальше не идет. Так что мы жмем начать и проходим обучение. После того, как мы пройдем обучение, у вас откроется вот полноценное меню, где вы сможете сыграть совместную игру. Но, ребят, но, нюанс. Играть в совместную игру можно с 20 уровня. Сюрприз для меня и Саши. Вот такое. И мы и уже что решили... вы думаете? Да. Что? Решили сыграть до 20 уровня, чтобы вам показать совместную игру. Вы скажете, ну могли бы начать с 20 уровня видос. Но мы с Сашей подумали, а почему только мы должны испытывать эти мучения? Посмотрите и вы, как мы мучаемся до 20 уровня. Смотрим, сколько времени это займет. При этом очень прикольно, как всегда, вы видите у нас видео в 4К разрешении, два экрана. Вы не будете просто Сашин голос слышать за кадром, а игра будет совершенно другая на моем, ну, на моем мониторе идти. Вы будете и его монитор видеть, что у него происходит. Ну что, Саш, на счет 3 жмем играть. Раз, давай. Два, три, поехали. Так, let's go. Обезьянный какой лук. Ну, с первого начинаю. Обезьянный лук. Что-то награда будет. Слушай, если... А я самую дешевую выбрал. Так, хорошо. Так. Ой, блин, а что ты так много стоишь? А тебя поставим сюда. Ну, я немножко в ТД, в Варкрафте третьем научился. Так, я сразу ускоряю, Саш. А где есть ускорение? Ну смотри, когда жмешь play, там появляется такой как значок перемотки. Если он такой горит как бы, то они быстрее идут. Если он не горит, они медленно идут, шарики. Так, все, play, и чё? Перемотку нажми, они быстрее идут, где, шарики. Где перемотка? Вместо play появляется два play, как перемотка. Ой, как это круто! Ой, как это круто! И они просто быстрее идут. Это просто супер. Это супер. Надеюсь, ты не забыл запись запустить. Нет. Вторая волна. Во, у меня уже третий уровень. О, тогда быстро заберем, если... Ну, по-любому мы должны будем одну каточку сделать совместную. Я не знаю, какой тут совместный режим. Я никогда не играл в эту игру на мобильный. Предполагаю, что совместный режим будет заключаться... Либо мы вместе защищаем дорожки, что нелогично, потому что... Деньги как будут распределяться? Кто убил, того и деньги, не знаю. Либо будет у Саши своя дорожка, у меня своя, но мы соревнуемся, кто дальше пройдет. Ну, посмотрим. Да, это пока непонятно. Так, нормально пока. Дальше идем. Открыть за ХП. Ага, я... Ой, блин, у меня только лишь второй уровень, у тебя уже третий? Да. Так я, я и апаюсь, если что. Я вот тупо сейчас в апу ушел. Не знаю, зря, нет. Я просто сейчас жму далее, далее, далее. А это что за молния? А, какие-то плюшечки, способности, я понял. Я жму далее, 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 потому что у меня сейчас прапнуто, мне кажется, третий уровень будет несложно достигнуть. Awesome. Кстати, ты заметил, когда один раз перемотку включил, потом после нажатия play она уже включена?
Так, ну мы, у нас пока все хорошо, ребята. Я не знаю, какая у Саши волна, у меня 9-я. Так, у меня 7-я. 80 волн! Да не шути так. Не, ну тут видишь, уровень-то поднимается все равно, чё ты паникуешь? Мне кажется, я получаю уровни поменьше. То есть я взял тяжелее, это уже третий, а я уже второй. То есть как-то, я думал, наоборот будет. Ну, не знаю, посмотрим. Так, вроде держимся. Так, вроде бы да. У меня много. Пока бумерангер стоит на месте. Я пока их у входа держу. Так, дайте я у входа одного поставлю, который замораживает, чтоб они не так, так торопились. Ну, пока все хорошо. Пока и у меня тоже. Ребят, также ссылочка в описании будет на мой Сашин канал, где мы играем, ну скажем так, в более взрослые игры. Все игры, которые будут нам попадаться более детские, будут на этом канале Лунастик. То есть мы, ну такие более лайт игры сюда будем выкладывать. И также еще оставлю ссылочку на наш канал Nostalgier. Мы с Сашей планируем когда-то запустить, как бы там уже есть много игр, Саша поиграл. То есть, ну Саша, расскажи, что это за игры. 8-бит, 16-бит, ретро игры. Ну пока... Да. Ну там есть и на 16-бит, но обычно все там больше Dendy, я больше люблю Dendy, потому что в детстве не было у меня что-то другого. Ну то есть это не будет ограничиваться 8-битами, это и 8-бит, и 16-бит, и плойка 2, то есть такие более, консоли более такие старые уже. Там, кстати, планируется буквально завтра видосик по одной игрушке. Ну, вы посмотрите, короче. Это будет сюрприз для вас. Блин, у меня какие-то сердечки, шарики пошли. Какая волна у тебя уже? 18-я. Да, ну, у меня 11-я только. Так ты точно ускорил, чтоб шарики быстро шли? Ну, да. А ну понажимай, когда шарики идут. Может, они у тебя замедлены? Вот третий уровень только-только у меня. Только третий уровень. Ой-ой-ой-ой, у меня почти чуть-чуть не прошли. Так, ребят, у меня деньги есть. Yes? Нет, надо апать. А, обязательно не хватает обезьяна денег. Купить еще? Нет, доната нет. Открыть уровень. Найс! Nice. Так, я ее апнул, я не могу понять. Блин, и что я сделал? Черные шары, хоть и маленькие, но содержат по два розовых шара. Еще черные шары не восприимчивы ко взрывам. Четвертый уровень. Шестой уровень. Ух ты. Ну, зато такой обзорчик получится. Такая залипательная игрушка. Ну, что-то в этом есть. Ну, блин, 80 волн. И хорошо, что тут перемотка есть. Вот это прям... Спасибо за это, как говорится. Да, согласен. Так, я апаюсь, Саш. Я не знаю, апаешься ты. А почему эту лучницу Квинси? У нее не апов нет, а какие-то уровни поднимаешь. Каждый третий выстрел стреляет взрывным. Она апается, она как герой какой-то. То есть смотри, все более обычные, вот обезьянки, да? У них обычные апы. А если жмешь вот эту, есть у тебя Квинси, лучница такая? Есть, 580. Вот когда на нее жмешь, видишь, вообще по-другому окно выглядит. У нее уровень есть, она как герой какой-то. Mm-hmm. Поднимается, то есть необычная башня. Фу, это вот ты есть кто? Те, которые замораживают. Да, я тоже поставил уже себе. Блин, у меня почти проходят. Да, и ты на легком. Боязно. Так, я хочу. В
блин, я апаринцы конкретно. Ну, чё, сложно? Ну, на 24-м уже чувствуешь так, попа горит. Так, слабенько, но горит. Ну, благо я знаю, принципы ТД, и всегда на концовке у меня такая более слабая башенка стоит на добивку. 7-й уровень. А, я могу выбрать, кого открыть. Блин, ну прикольно тут. Давай вот этого откроешь. Так, 640 стоит. Он что, бабахает? Типа, ау, бум. Так, надо его тогда рядом с заморозкой ставить, чтобы он мог... Хотя ему похер. Он такой дистанции бахает. Фу. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Да-да-да-да-да, yes. Уже идут немножко, проходят. Ну, я вроде держусь. До 40-го я точно дойду. У меня 39. Твой уровень 23. Какой-то пожарник, что ли? Ну, держимся, держимся, ребята, держимся! Ай-яй-яй-яй-яй! Серьезно? Что, капецара? 8 уровень. Самолетик возьмем. Что дает самолетик? Блин, зеленый. Самолетик, взлетная полоса, короче. Он взлетает наверх. Да, он взлетает и летает. Прикол. Он летает и сверху стреляет. Да, взлетел и вокруг летает. Да. Ты как бы устанавливаешь взлетную полосу, он крутится, летает вокруг и стреляет во все стороны, короче. Ну, с ним попроще стало. Самолетик бери обязательно. Классная тема. Хорошо, что он сам. Ну да, да, да. Ну, он, конечно, и косой отчасти. Он стреляет во все стороны, но... Так, 9 уровень. Так, вертолетик берем. Еще вертолетики. Тоже? Да, вертолетик тоже полосу ставишь, и он летать будет. Да, взлетел. Вертолетик, прикол, yes. Саш, я тебе скажу. Вертолетик, нет, он за твоей мышкой ходит. И ты двигаешь мышку, к примеру, где шарики, он за тобой летит и там стреляет. Прикольно. Тупо, знаешь, вот так мышкой контролишь, где убивать. Очень удобно, кстати. А, так дело полегче пошло. Я даже не апаю. Знаешь, тут делаешь улучшение, потом это улучшение надо купить. Блин, это немножко... Блин, ну тут пошли шарики, конечно, геморные. Ой, блин, железные шарики. Я, у меня два прошли. У меня прошли. У меня все шарики прошли. У меня 195. Всё, поражение. Я не понял прикол в этих черных шариках. Железные. Они надо где-то 5 выстрелов, чтобы сломать железный, в нем черный, в нем красный, в нем зеленый. Вот знаешь, вот так рядами идут. Бои все стреляли и ничего даже не пробили ни разу. Потому что я, наверное, не знаю, взял тяжелый режим. Там, это, ну, да на 28. Пробуй. Бери самый легкий уровень, ты быстро дойдешь. Продолжить бесплатно. Могу один раз продолжить бесплатно. Тихо. Так. Я, короче, папаю. Потому что я чувствую, я профукаю без запах. Керамические шары. Вот смотри, у меня вообще 38 уровень. Керамические шары покрыты глина, оболочкой из затвердевшей глины. И чтобы их взорвать, по ним нужно попасть несколько раз. Вообще жесть. О,
Слушай, несколько прошли, но все-таки я победил. Блин, 7 уровень. Да, жесть, уже начинается. 10 уровень. Берем капитана подлодки. И как он что? Кто это делает с пушкой? А, облом. Снайпер, блин. Облом с капитаном подлодки, спасибо. Не хороший? А, его только на воду можно, походу. Тут воды нет. Так, вертолетик. Все-таки засчитали, нормально. Так, я, пожалуй, пару аэродромов. А вообще классно, аэродромы можно в них карты строить где-то подальше, и самолетики все равно летают. Ну, вокруг всей твоей территории, знаешь. Очень удобно. Я сейчас столько самолетов этих построю. Так, и пару еще вертолетиков. Класс. А, у меня деньги кончились. Давайте еще один самолет. Беда у нас, беда. Ой, что у меня творится, Саша, ты увидишь. Так какой-то шар летит большой. Какой-то это дирижабль летел. Ей, я прошел. Я прошел 40 раундов, и что дальше? Плей дальше. 40? Ты 40 прошел? 41 пошел. У тебя тоже 80? Нет, но у меня было написано 40 из 40. 8. А, у меня 80. Мои не стреляют, проходят. Слушай, а чё эти не стреляют? Бля, у меня 53 жизни осталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли какие-то, бля, шары, ему, а мои не стреляют. Чё за прикол? Не знаю. Тут написано заново или 200 бачей. А, домой я пойду заново. Возьму я самый легкий. 8 уровень у меня только, блин. Первый круг. Легкий 75, мать. Блин! Одиннадцатый уровень у меня. Слушай, но зато все открыто. Я проиграл, но зато все открыто и могу поставить уже получше. А. Сколько вас тут? У меня вообще жесть на мониторе. У меня самолетики эти летают во все стороны, патроны, знаешь? Я не понял, что происходит. А. Так, денежки есть? Yes. Фу, я начинаю все сначала. Так не хочется. Но все равно уровень дают, Саш. А, ну да. То есть, даже если ты сначала начинаешь, это не значит, что тебе уровень... Там ты дальше опыт копишь, понимаешь? Ага. Бля, я но не зато знаю. У меня есть открытый, я не поставил эти слабые, скажем так, да? Блин, тут надо опыт покупать, опыт... Да, да, да. Кстати, каждая башня свой опыт имеет. Да, да. Вот а, я думал, это общий опыт на все. В этом прикол. Хорошо, немножко апнули. Так, я рад, что все, что было, открылось. Вот это прикольно. Отлично. 47 уровень. Плохо, что не показывают, где мой уровень копит. Какой у тебя уровень? 48. Не-не-не. Твой уровень.
11, по-моему. Бля, у меня 50 жизней. А чё жизни не дают с каждым уровнем? Ну, с каждой волной хотя бы прибавляли бы по одной жизни. Жесть! Блин, так, апаемся, ребята, апаемся, потому что мы в ж. Ого. Так, давайте эту обезьянку проапаем. О, вертолетики апнем, давайте, точно. Чё я так вертолетики недооцениваю? Так, хорошо. Так, погнали. Ребят, я не знаю, давайте я попробую еще вертолетиков. Это классная тема, их можно ставить на расстоянии, они за мышкой бегают, и иногда тебя спасает эта хрень. Знаете, чтобы... Так, и еще самолетик. Блин, жалко, что капитана не могу подводной лодки. Блин, снайперы классные, шарики даже вообще не выходят. Ух ты! Снайпер ставь. Вертолетики у меня за мышкой летят. У меня такая вакханалия творится вообще на карте, ты бы видел. Все короче, летает, снайперов... все едет. Слушай, снайперов можно ставить где угодно. Там есть обезьяна, черный, зеленый берет. Вообще где угодно на карте она убьет. Прикинь. Вообще бомба, блин. Погоди, Александр. Я чуть не профукал. Прикольно. Блин, все такие уже дорогие. КП надо. Погнали, погнали. ХП везде надо. А, блин. Но пушки же копят ХП. Почему? Почему у них как будто бы в один момент кончилось ХП? И все. Ладно, потратим деньги, самолеты прапаем. Все, денег больше нет. Панели пропал. Иногда в сложном раунде может помочь смена прицела. Нафиг мне эта смена прицела. Блин, у меня, конечно, в канале творится жестко. Слушай, мужики, их можно вообще поставить где угодно. Пробовал снайпера? Нет, пока. А, классная идея. Nice. Такая обезьяна возле той, которая... 12 уровень. 300 стоят. Обезьяна на лодке, сейчас. Тоже в воде только можно. Нафига вы тогда сделаете этих ребят, если только в воде их... 300 стоит такой касочки в этой военной кепке с медалькой, типа монетка, да? Да. И где угодно ставь его, вообще. Я в кустах его поставлю, снайпер же должен я быть тоже. В кустах, правильно? Я тоже. Вот поставил этот пивака с... А он просто такой звук еще... Ой, 9-й уровень, наконец. Бля, у меня 54. А эту использовал эту обезьянку, которая со скелетом на голове, которая ниже снайпера. На пушке. 400. Она с... так она с лодкой, как ее поставить-то? Она на воде? Да, и вот этот капитан, подводник, он тоже на воде, не ставится башня. Логично, что есть карты, где водичка есть чуть-чуть, и ты там можешь поставить. Блин, этот Квинси, это герой твой, понимаешь? Да, я да, да. Просто, я не знал, первое, что последнее, это срочное. Ох, знать. Сколько взрывов. Ну, ребят, мы проходим, проходим. Пока мы 50, на 58 уровне. Очень хочется пройти и показать вам заметный режим. Коли мы уж взялись. Я попробую, но не обещаю.
Если получится, будет ссылка в описании. Может быть, эта игра где-то сохранение сохраняет. Я вам просто дам сохранение на облако загружу, чтобы не мучить 20 уровень набирать, а просто... Это будет правильно. Да, я дам сохранение, просто их я напишу. Короче, там будет сохранение и будет текстовый документ прикреплен с объяснениями, куда их, что их, если получится их найти тут. Если нет, то извините. Один раз наберете 20 уровень и все. Так, тем временем я могу апнуть снайпера? Нет. Да? Я немножко не понимаю, Саш. Я минуточку. Бля, у них хп копится вроде бы. Experience. Не хп, а experience, опыт. Ну блин, вот тут 7500, что он не накопил 7500, где у него тут этот опыт? Ладно, давайте потратим деньги в то, что можем. Стелсы. О, самолетик реально крут. Я, короче, тупо трачу деньги на какие штучки. Мой уровень, подруги. Просто поднимаю уровень. Эти, ну, уже проапнутые. Более у меня какие-то пошли черные самолетики. А следующий, короче, стелс. Знаешь, такие треугольные? Можно купить. Прикинь. Самолетики, да, крутые. А там есть еще за 1030-60. Так я говорю, там есть стелсы такие черные, знаешь, треугольные. Эти невидимки. А че у меня эти вертолеты вообще зависли? Все? Все, не летайте некоторые больше за мной. Апнутые вертолеты сами летают за целью и все такое. 13 уровень, просто дали денег. Потому что у меня уже все пушки открыты. Чтоб ты понимал, у меня этих самолетов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты представляешь, когда они летают и стреляют на карте, что творится? О, красота. А вертолеты увидишь? Апнутые вертолеты черные, они, короче, не летают уже за мышкой, они сами, короче, за целью ходят. Очень удобно, а то неудобно, что за мышкой постоянно летает какая-то фигня. Тут опять подходит. Нам войти не надо. Офигеть, вот эти шаров, вы чё, ребят? 63 уровень, столько шаров. Четвертый. Поехали дальше, ребят. Мы накопим сегодня 20 уровень. Что бы нам это ни стоило. Ну где вы еще увидели бы эту игру в нашем эксклюзивном, я бы сказал, формате? Когда два экрана. По сути, вы ничего не теряете сейчас. Потому что. Ну да, по сути вы не сильно что-то теряете сейчас, потому что вы видите, что Саша делает и что я. Это мы в одиночку играем. Так, я, наверное, звуки игры все-таки поставлю чуть-чуть потише. Потому что глушится иногда Александр у меня. Вот так. 12 уровней. Прямо в рай. 14 уровень. О, мне открыли Вендолин Пироман. Кого-то мне открыли. А где он? Эй, Гвенда, гнида. Так, я снижаю все до 50. Кто мне орёт в наушники? А где мой Гвендолин Пироман? Его нету среди других. Чё за прикол? Чё за нае...
Что за обман? Детский канал? Вы меня обманули. Был бы я на своем канале, я бы сказал, как я к ним отношусь. Надо улучшить. Блин, я все улучшаю. Все, что можно. Да, блин, пока они этот опыт наберут, только денег, знаешь, чтобы улучшать. Да мне тут не нравится, что они, блин, улучшаются, и еще надо за это деньги дать. Вот это и обидно. Я все, что могу, улучшаю. Я просто некоторые не могу уже улучшать, потому что у них нету опыта. И что-то у них особо опыт не копится. Это героиня сама улучшается. О, снайпер, ты как там? Тоже нету опыта. Не настрелял опыт. Так, а это пушка? А у меня есть такая пушка? У меня такой пушки нету, что ли? А как я так мимо этой пушки прошел? Как-то прошел. Хорошо, пушка. Да, прикольно. Поехали. Поехали. Блин, последняя волна у меня. У меня 67-я. Ого, а ты что, прошел на другой уровень или что? У тебя типа до 40-й волны? Ну да, типа. А вот после 40-й пойдет 41-я, 42-я. Да? Я на 68-й уже. Это прикол. Обманочка, блин. Пока все хорошо. Отлично, далее. Прям без остановки. Далее, далее, далее. У меня самолет уже какие-то ананасы кидает, как бомбочки, и они через 3 секунды взрываются. Ну я их сдерживаю на входе уже только. У меня дальше входа практически никто не проходит. Естественно, это только я тебя плохо слышу. Не знаю, что плохо меня слышно. Ну, надеюсь, что Discord глушит игру и тебя нормально на видео будет слышать. Надеюсь. Надеюсь, ага. Новая волна. Ну, блин, я на 70... Ой, какие-то эти дирижабли пошли очень мощные. Да, и пошла 41. Короче, уже сколько... Продержится, столько и продержится. На 15 уровне, Александр, новых героев дают выбрать. Не героев, а этих, как Супермен, ниндзя, обезьянка-ниндзя, обезьянка-ученый, обезьянка-маг. Я возьму ученого. Алхимика. Прикинь, у меня новая обезьянка. Я еще никогда не был рад так обезьянке. Ну и что она умеет? Что-то кидает. А, и химия их, короче, они по чуть-чуть ломаются, шарики, знаешь. Хотя нет, она стоит. Эй, а что ты умеешь, алхимик? Мне на 42-й что-то прошло, короче. Зараза. Зелья. Большие зелья разлетаются на большей территории. А что эти зелья дают? Так, какой вертолетик не апнут у меня? Задолбался за мышкой моей лететь. Все? Все, вертолеты самостоятельные. Слава тебе, Господи. Так, это апнем. Это апнем. Что еще можно апать? Блин, вот серьезно. Играл бы на мобильном, ребят, честно, сидел бы и разбирался бы, что, как апнуть, ну блин. Знаешь, как бы на мобильном есть это время посидеть, попиваешь чаёк. Ну да. А тут как-то не хочется мне 10 лет разбираться, что апнуть, для чего, куда, тупо есть деньги, жму. Просто на самом деле 20 уровень делается где-то за час, ну вот 35 минут мы уже поиграли. Довольно-таки... Я же говорю, будут сейвы.
с удовольствием их выставлю, сейвы. А так я, честно, не знаю. Если вы хотите их дальнейшее... Если на один раз, блин, ну, не знаю. Я еще не знаю, какой будет мультиплеер. Стоит ли вообще это того. А если вы планируете много раз с другом играть... А если еще тут сохраняется, к примеру, какой-то соревновательный эффект, то дальше пройдет ты или друг, знаешь, то в принципе один раз пройти 20 уровней — это не проблема. Ну, да, просто. И у меня прошли. Игра окончена, мне написано. Да? Да. А у нас какой уровень? А я один раз бесплатно могу. Раунд 76. Продолжим. Бля, подожди. Извините. Бу-бу-бу-бу-бу. Блин. Бу-бу-бу-бу, вот именно. Я это вырежу на видео. Проблема, а шары-то прошли. И, ребят, это большая проблема. Потому что я не достиг 20 уровня, а на 76 меня прорвали просто. Творится. Вот сейчас я обдумываю. Слушай, а давайте этих заморозок побольше поставим, чтобы они замедляли эти шары и башни как бы, ну, типа эффективнее были. Да, блин. Да это что? Так. И вот сюда одного. Так, это тупо жесть. Сейчас сижу, ребята, хочу все деньги потратить, потому что реально проблема. Проблема в том, что у меня шары прошли, ну, пролетели. Фу, тут даже нечего говорить так особо. Так, погнали. На 50-й волне я. А, вот как увидеть, когда experience есть у пушек. Где ты их покупаешь, такая стрелочка да, вверх, да, типа. Да. О, первый дирижабль. 14-й уровень. О, новые герои, да. А у тебя сколько? 16-й уже? Да. Блин, надо тебе догнать. Блин, еле-еле. На 51-й у меня. Я включил медленный режим, чтобы успеть. Блин, тут, вот смотри, вот тот уровень, что я не мог пройти 76-й, был сложнее, чем 77-й. Ну, мои заморозки работают, я вам скажу, ребят. Они прилично останавливаются. Давай, ребята, не подводите. Я со второго уровня, то есть, начал. Это жесть. Это просто жесть. Когда мне дадут уровень, я останусь позади. Опять проходят! А нет, фу! На пределе! А тут начинается волна слабенько, а потом, знаешь, как бы нагоняется сильнее и сильнее. Нагоняй. Блин! Да. Что творится? Я аж потел.
как переживаю за всех. Ну не прям, прям. Фу-фу-фу-фу-фу. Что делать? Я не понял, где мой герой, которого я открыл? Да мне тоже показали на 14 уровне какой-то герой. Кто, где, куды. Мне очень нравятся снайперы, блин. А ты что, их расставил много? Да, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но они менее эффективны. Они по одной цели только стреляют. Ну, там есть и по две пули ты можешь ему поставить. И невидимые они видят. Да блин. А, все, отменился. Так, и это кто у нас? Нормал. Это Апну. Это слиземетка. Ага, вот она. Отлично. Хрен его знает, смотрит. Страшнее этих шаров не бывает, правда же? Так, надо подставить обезьяны, чтобы они... А кто лучше, вот? Есть этот, который замораживает, а есть, ой, который, блин, вот, подклей. По-твоему, что лучше? Да и те, и те хороши, я тебе скажу. Так, у меня 16 уровень. По мне и те хороши. Я на входе обычно ставлю клей, чтобы их замедлить, а по всей карте заморозки раскидан. Так, мне какого-то супергеройчика дали с дротиками. Ну, как бы уровень апнулся. Куда мне его поставить? Давайте сюда его поставим. Это кто? Ну ладно, поехали. А, хорошо. Ставлю пока этих, чтобы замедлили. Офигеть, он так быстро дротики кидает. Да, там есть скорость. Да, в принципе, у всех одинаково. Почти навыки. Так, 81 уровень. Давай, давай. Жом. 81? Да ну, Серёж. 82. Прям герой, да. Я представляю, что творится у тебя там. Вот посмотришь на видосе обязательно. Да. Стёнка. Ух ты как. Я же говорю, я спотя. Я продал, дебил! Ладно, извините. Что ты там продал? Душу дьявола. Пушку, которую не надо было продавать. Так у нее же ап есть. О! А, 15 тысяч. Что я могу апнуть? Так это же этот чувак, не? Так это же этот, а че я ничего не могу у него? Ладно, у самолетиков. Стелсы! Могу апнуть стелса? Да! У-у-у! У меня самолеты стали такими, знаешь, треугольные стелсы. Эти черные. Да-да-да-да, и треугольные. Ай, как бывают они. Американские эти. Стелс так и называется, самолет стелс. Он такой треугольный. Ну то, что у меня творится на мониторе, лучше не видеть, ребят. Нет, так, как раз лучше видеть. Блин, есть зеленые шарики, мои снайперы по ним не стреляли. Это, блин, камуфляж. Уровни такие длинные. Это камуфляж. Пятнадцатый уровень, а ты 17 имеешь, да? Да, по-моему. У тебя 15 уровень? COMG incoming. А стадия какая? Headshot. 26. 85. Я один раз сдох на 41 прям.
86-й пошел уровень. Только кстати, тут Аладдин есть. За 30-40. Что это за Аладдин? Ну тут Сашка жесть, поверьте мне. 17-й уровень. Это что за обезьяня? Друид. У нас появилась новая обезьянка в нашем зоопарке. Друид. А там еще маг есть, вот. Интересно, минометы стреляют ведь по всей карте. Уху, оборона держит! Отлично. Оборонка держит у меня, все хорошо. Блин, 45 минут. Все для вас, ребят. Все для вас, чтобы вам показать совместный режим. Мы до этого играли в одну игрушку на моем канале под Фортнайт. Мы ее за 15-20 минут обзора сделали. Кто ж знал, что в этой, ну, отчасти детской, давай скажем, мобильной игре, у нас такая проблема будет. Длительная. Фух. Игра окончена. Класс. В смысле? Следующий... Ты прошел все, типа? Нет. За 500 баксов продолжить могу. А у меня 225. Убили, короче, да? Да. Ну, ты держался как мог. 16 уровень, наконец-то. У меня 17. А сначала, когда играет, засчитываются уровни, да? Ну, дальше идут уровни, правильно? Нет, с первого уровня, но зато у тебя открыто, что ты уже открыл. Уровень-то никто не забирает. Нет, раунд первый, а уровень остался у меня 17-й общий. А, да-да-да. Так, да, я да. про это и говорю, мне это важно. Остался. Просто чуть-чуть дольше. Ребят, вам очень повезет, если я найду сейвы, если есть у этой игры. Заменить просто сейв и все, чтобы это... Не, ну, как бы поиграть тоже правильно, потому что вы, как бы... Механику пощупаете. Учитывая, что мы ее вообще сейчас не щупаем. Ну, сейчас как-то скучно, все так медленно. Да. Очень медленно. О-о-о-о, блин. Да-да-да. Это так медленно, быстрее, быстрее. Когда начинаешь с самого начала, так скучно, блин. А я вспоминаю, мне 8-й раунд уже казался, ого-го, как идут быстро шарики. Ага, на 86-м, посмотрите. Ну блин, давайте, 17-й уровень. Быстро ты поднялся потом? Ну да, вот я 40-й. Уровень всего пошло, 41-й или что? Ты остановилась. Я не про раунд, Саш, про уровень. Вот у меня 17 из 20. У меня 16 вроде бы. Но быстро потом поднимались? Ну да, нормально. Не жалуюсь. Yes. Эй.
Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Я держусь чисто на снайперах. А они с одного выстрела что ли ломают? Так там есть по два выстрела, потом они не такие быстрые, как будто стреляют из автомата. Такая канитель начинается. И у них есть видение, которые этих шарики камуфляжные, знаешь. И я их ставлю, потому что тут две улучшения можно сделать. Три линии улучшения, да? Но можно улучшить только две. Вот некоторые я даю. А, вот 17 уровень. Так, алхимик. Что, нормально, нет чего? А я не видел, чтобы от него какая-то польза была. Давайте уровень уже. 17-й тоже, еще не дали 18-го? О, 18-й есть. А, наконец-то. Давайте штапнем. Мне нравится снайпер. Просто бомба. Нет, просто снайпер. Бомба. Потом у снайпера есть и эти шары сразу, он, которые большие, сразу выбивает. Знаешь, как они стреляют у меня? Это не снайпер, это пулеметчик. Я некоторые делаю так, а некоторые делаю по-другому. Не, ну они сильные, сильные. Но их много раз тоже нельзя улучшить, как бы. Я последую твоему совету. Ты увидишь на видосике у меня как. Да ты что, они просто рубят. Смотри, у них есть выстрел, может пробить 7 слоев. Потом есть 20 единиц за выстрел и больший урон керамики. И что я их пробиваю там? Ну. Да ты что? Капец, как они хорошие. Ну ты прям расхвалил. Ну да. Да я есть рикошет. Смотри, пули отлетают в новых шаров до 3 раз. Прикинь. У них очень большие преимущества. Да, смотрю, нехорошо так Давай, давай, ребятушки! Блин, 18 уровень, ну давайте уже! Уже хочется посмотреть совместный режим и... пойти отдыхать. Жесть. Даже в горле пересох, не знаю, что говорить. Ой. Блин, а они с любого расстояния смотрят снайперов. В этом и прикол! Блин, я их тоже сейчас понапокупаю. По кругу. Чисто по приколу. Блин, уже... У меня только... У меня снайпер еще не так сильно апнутый, только слышно... Пик-п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 ик-
Блин, они вообще разламывать не дают шарикам пройти. 19 уровень. Вот именно. О, не идет. 19 круто. Сейчас мне дадут. А есть снайпер, который меня... Блять, ты знаешь, как тут пробивают вот эти железки? Офигенные тема. Пулеметчик прям от бога. Давай. Делаем дело. Incoming. Yes. Победа. Хорошо. Победа. Вольная. А, у меня тогда вольная игра началась. Ну ладно, идем дальше в вольную игру, потому что надо же добивать ребят 20 уровень. Да, обязательно. То есть в этом у нас цель была. 18 у меня только я. Ну ты недалеко от меня. Ну, да. О, твое видео отправилось. Что за видео отправилось? Ну, первое, наверное. Да, я понял. Да. Это бомба. Фу, так. А Супермен что делает? А, он быстро стреляет, типа. Давайте еще 20 тысяч снайперов купим. Мне я их улучшаю сейчас. У меня даже, ну, где-то 20, может быть, есть. Но я их улучшаю, как бы. Сижу вот и улучшаю. А я сейчас... Двое у меня пулеметчиков. Ты бы видел, как они стреляют. Это шок. Так я увижу. Патроны там, где много патронов. Вот это. Так, дай я своих снайперов посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 снайперов. Куда? Чисто по кругу карты, знаешь? Стоят. Да пофиг, как их ставить. Они повсюду. Сбивают, вот это мне нравится. Я одних делаю так, других делаю так, потому что только две ветки можно прокачать. Типа есть три, но путь закрыт, когда ты выбираешь другое. Их можно улучшить раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только шесть раз можно улучшить. То больше нельзя. Так что имей в виду. Я понял. Ух, что творится. Это не геймплей, это залипательные видео, ребят. А это, блин, это такое. Дирижабли, блин. Игра окончена. Я профукал. Как? Что с тобой, Серёж? 51 раунд. Блин, у меня 290 денег, а надо 300, чтобы продолжить. Заново, конечно. Ясненько. А ты сразу снайпера строил, да? Да. Я с них начал. И как два ботиночка.
Да ладно, не суть, сейчас далеко пройти. Суть сейчас в другом, ребят. Открыть 20 уровень. Давай. Блин, есть дирижабли большие, красные, офигеть. Угу. Опасные. 19 уровень! Супермен какой-то. Угу. Охо, нифига себе, сколько он стоит. Чё такое, прям? Такой дорогой. О, все, у меня прошло. 76 уровень, все, как начали валить. Да ну. Да я не знаю, тут нереалька. Ну, остался один уровень. Сереж, тебе тоже, так? Да. Ну, добиваем, да. Добиваем. У меня как чечетка, когда только снайперы стреляют, знаешь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, пробуем для других. Но снайперы хороши. Да. Опять, когда начинаешь заново. Ой, как скучно. Блин, а чё Суперман такой... Блин, дорогой. Ты одного ставил? Да, я только по одному все. И что он делает? Да я не смотрел. Я его ставил, когда, знаешь... У меня такая авиабаза была, все летало, взрывалось. И там башню особо не выделить, знаешь. Пробуем авиацию. Улучшить. Классно, что ХП, вот это, экспириенс, ты на всех снайперов одновременно улучшаешь, знаешь. А уже местные апы, на каждого по отдельности надо, знаешь. Двадцатый уровень. А, ну значит я тоже близко. Блин, я тут на девятой волне, давай быстрее. Ай, ступи. Я просто сейчас буду апу. Чтобы... Поиграй, пока у меня будет 20-й. Да, да, можете, ребят, свой взгляд переключать на с правой стороны кусок экрана и смотреть, что происходит у Саши. А ты что, играй дальше теперь? Не, ну понятное дело. Авиабазу. А что за зеленый шарик, который снайпер не убивает? Камуфляжный. Камуфляжный. А вот у этих летающих самолетов есть возможность увидеть камуфляж. Там он сбросает банану ананас. Там есть ананасовая бомба. Потом он может увидеть камуфляж. А снайпер не видит. А потом там есть, по-моему, у снайпера. Очки, да, типа. Давай, дайте мне 20-й уже.
Пока тебе дадут 20, я сейчас на 21 выйду. Да, уже не важно, главное на 20-ки. Блин, хочу этого Супермена хотя бы увидеть, что он творит. Вообще, я только снайперов покупаю. Раскидалы. Ну вот и на какой-то волне все. Они не успевали убивать. Ну там прям реально такие, блин, мощные шарики и плюс их дофига. Но до этого, блин, ну они просто мочили, ты что? Там есть чуваки, которые офигеть какие классные. Бля, камуфляжные, стоп. Блин, Супермен. А что ты сказал, самолетики, да? Самолетики там посередине у них есть ананас, потом есть камуфляж. И продал, я дурак. Есть. Давайте сделаем один. Вот этот самолет за 1360 вертолет, то есть, блин, несерьезная тема. Надо мышкой держать, а тут мышкой то волну, то конструировать, то что-то еще. Ну и еще чуть-чуть осталось до Супермена. Хочу посмотреть, что этот Супермен из себя представляет. Ого, какой большой, это Годзилла, блин. И у него дротик в руках. А, и он держит прямо руку постоянно, как будто заклинило. Вперед. А, он как автомат стреляет. Слушай. Интересный приколист. Он держит руки перед собой. Вот, даже опыт сразу хапнул. О, есть и из глаз. Бля, в общем, лазер там зарядом. 21 уровень. Саш, ты как отстаешь. Способности шары откатывают назад или замедляют. Так, ну это получше. Стреляет везде. А сколько стоит, чтобы купить? Ой, блин, это дорого. Сейчас купим. Да, слушай, он стреляет как из пулемета. Я не знаю. Но он классный. Очень далеко стреляет. Ну что там дальше, ребята? Ждем Сашу. У него 19. Ну, ты немножко поиграй. Блин, не знаю, когда дадут. О, все, хана. Но радиус для него тоже маленький. Вот у супергероя. Ну ты тогда поговори, я на 5 секунд отойду пока. Слушай, он стоит 2000. 125 и то же самое стоит, чтобы стрелять из глаз лазером. Это еще один Супермен. Офигеть, а что так дорого, блин? Все прям интересно стало. Я отойду на 5 секунд, Саш. Ну ты говори, давай, говори, давай. Говори на запись. Ну, давай. Я пробую, я не знаю, если я сейчас сделаю что-нибудь. Тут по-любому торба мне. Все уже торба. А-а-а! 20-й! Да. О, это что за? Это друид, а что он делает? Давай хотя бы попробуем. Ну что ж. Ха, привет, он дает. Сейчас придет Сережа, ребята, и мы пройдем уже на двоих, потому что 20-й у меня. Уже хорошо. Мне хочется увидеть Супермена. Лазер. Прям заинтриговал. Один лазер, это один Супермен. Оу. Ого, это уже плазмомет какой-то. Смотрите, что он из себя представляет. Ну а чё он сейчас не стреляет? Чувак, очнись. Слушай, он что-то вообще не... А вот теперь начал стрелять. Блин, где сплохой у него. Блин, снайперы хороши. Радиусы, конечно, маленькие. А другие что-то не заметил, чтобы что-то он делал. Вообще не заметил.
что-то друид спит. Почему его дали на такой уж уровень большой? Стоит он мало как бы. Поставить с толком. Блин, а где у нас толк? Кто-то не поставился. Блин. Сделали его тоже лазером. Делали дальность. Так, но у него должен апаться еще один уровень. И вот этот глазомер. Сколько сейчас стоят? Да ну нафиг, блин, чё такие дорогие, вашу мамашу, блин. Реально дорого. Ого. Так, где эта фигня? Просто интересно, что оно даёт. Так, можно сделать. Воу-воу-воу, как он стреляет. Слушайте, очень дорогой чувак. Но... рубит фишку. Так, это дальше стреляет, да? Дальность получается. Ну, давайте улучшим дальность. Или что это? Кому нужна супер вещь, когда есть мега? О, каска у него такая. Давай сделаем и пацану. Так, что есть еще у самолетиков? 15. А это что дает? Быстро летает и запускает снаряды. Полетай быстро тогда. Так. Блин, не могу их... А, на платформе надо. Так, а другого сделаю нижние улучшения. Да, а! Блин, не могу. Сделаем эти улучшения. О, самонаводка, ребята. Точный прицел. О, а это уже интересно. Самонаводочка. Мне нравится. Так, новый герой. Самонаводочка. Прикольная тема. Как бы он ни стрелял, он все равно попадет. А мне это нравится. Так, давайте сделаем этому тоже. Так, а друид вообще не понимает, что ты за человек? Ты вообще кого-то убил? Кого-то ты убивал? Дальность увеличивается. Дальше что? Количество. Ага. А это каждая твердая колючка пробивает по две шара. Вот типа. Ну, пусть будет, как говорится. Ну. На. На. Так, больше мы не можем улучшить. Так, посмотрим насчет самолетиков. Че по самолетикам? Больше улучшений нету. Надо аж 19 тысяч хп. Многовато. Многовато. Поставим еще одного супергероя. Некоторые шары... А, это камуфляж. А, это камуфляж. Я вернулся, ты достиг 20 уровня. О, у меня 21 уже. Отлично, у меня тоже. Значит, можно нажать «Домой». Слушай, супермены очень дорогие, но, блин, такая... У тебя запись на какой... А, ну, в принципе, это от моего лица запись будет. Ребят, вот, всё, вот сейчас выхожу, да? 15-я минута. 15-я минута. Я тайминг поставлю тоже в описании, надо не забыть.
Смысл было сейчас говорить 15-я минута на час 15. На час 15, извиняюсь. На час 15 говорит, что на этой минуте будет совместная игра. Да, потратили часочек. Нет, надо будет все-таки в описании или в комментарии закрепленном написать тайминг на час 15, как мы соединяемся, это важно. Ну да. Чтоб человек не искал долго. Так, пробуем. Совместная игра. Создать игру. Два игрока. Ну я возьму ту же карту, тут разные есть. Я возьму ту же, чтоб сейчас не путаться. Так. А что это? Легкий, средний, сложный. Ну давайте средний, не будем выкобениваться. Стандартный что-то, какие-то настройки, да-да-да. Ожидание игрока. А ну зайди в совместную игру, там появится моя... А, код. Чтобы присоединиться, я код должен тебе сказать. Все. Ты готов принять код? Ты жуешь что-то, что ли? А? Тортик. Вот, не жуй. Инструкция пошла. Давай в совместную игру, и там есть, наверное, присоединиться или ввести код. Давай. Давай. Код? Да, и этот код уже. ГР. Большие буквы, маленькие? Большие. А мне кажется, он большим будет писаться в любом случае. Нет. ГР, Y. ДВ. Как? Д, буква Д, Дима, В, обычная В, не дабл В, и буква С в конце. Так, вроде бы есть. Тору папа и Тору папа, мы имена не поменяли. Короче, я жму готово, скоро начнется игра. Ооо, мы час до этого шли. И что тут будет? Так, совместная игра. Во всех совместных играх количество денег и опыта делится поровну между игроками. В этой игре участвует среднестандартный. А, короче, мы вместе строим, понял? Ой, блин. Деньги-то. Нет, моя половина нижняя, твоя верхняя, понял? О-оу, я что, не могу ставить у тебя, ты не можешь ставить у меня? Да. А приколи сейчас, как на видео. Экран поделен на 2 и еще на 4. Я не могу видеть твои деньги. А если я запущу, что будет? Вот я запустил. А ты запускай вот это по-быстрому. Так ты снял по-быстрому. Вот, включил. А, давай, оставь. Ну давай хотя бы попробуем 60 раундов пройти и все. Потому что действительно игра затянулась, и вы в принципе принцип поняли. Уже вдвоем, так что. А у тебя что, тоже вот 84 денег? Да, тоже? Деньги пополам делятся. Вы получаете одну единицу денег за каждый слой пробитых. Ну и понятно. Пополам тупо делятся. Ну ты же всегда хотел совместно поиграть, а не друг против друга. Хотя я подозреваю, наверное, есть режимы, где кто дальше пройдет. Что такое? Ой-ой. Так, я, пожалуй... Я думал, он стреляет во всю эту дистанцию, но дистанция тоже. Так. Ну, это не очень хорошее дело. Ну, такой режим. Пока будем их замедлять. Чуть-чуть хотя бы. Awesome. Это же... Одновременно уровень видел? Да. Это режим немножко такой, ты можешь сейчас пойти покушать, пока, знаешь. Я могу нижней дорогой их удерживать определенное количество времени, знаешь. Так. Замедляю шары еще больше, я их, короче, включаю на замедление. Я не буду говорить, как выглядит то, что твой этот медовик делает. Благо там, да он реально какой-то. Благо там желтая, но мы на детском канале, другой цвет не буду говорить и звук. Да, просто это мед. Мед. Правильный. Сладкий, вкусный. Правильный мед. Я в кустах поставил снайпера. Прикольно, что есть много стадий.
улучшений. Но не прикольно то, что нельзя улучшать до конца. То есть только 6 раз ты можешь улучшить. Где мне надо сейчас все вспомнить, что я говорил. Так, давайте пока играем. Вспомню я. Я говорил, что посмотрю сейвы. Я говорил, что напишу тайминг 1:15. И что я еще говорил? Что мы сделаем эти 60 уровней, может быть? Нет, из тех ссылок, что я должен оставить. А, ссылку на Сашин и мой канал. Обязательно. Сейвы, если получится, кому будет интересно. Это может, я найду. Сказал. А, сказал, значит, и я так. Не был внимательным. Повнимательнее. Вот эта круговая пушка классно ставить на поворотах ее, знаешь. Да, что радиус на... тоже маленький, блин. Это-то. А вот если нажму на снайпер. Видишь, когда я нажимаю на снайпер, тут вообще радиус у него, где пушка доходит. Тут не сказано, что он, блин, прям прикрывает ага. Все. Да-да-да, прям вплотную да. Его. А когда вот на твоих, как будто все правильно. Да хотя вот твой игрок, нет? Сейчас посмотрим. Мне кажется, что блин, нет. Они могли бы тут одну кнопочку сделать, которая бы в компьютерной версии не помешала бы. Ну, чтоб ставить, чтоб автоматически следующий уровень запускался, а не каждый раз play нажимать. Так, я пока сделаю медовику еще получше, мне надо 1800, и он будет покрывать до 6. What's up? О-о-о, пошла больна. О, ты улучшаешь. Улучшаю, да. Молодец. Еще чуть-чуть. И Супермен хорош. Супермен реально хорош. Когда начинает с этим лазером постоянно. Все поджигает. Но у него очень... Он дорогостоящий капец. Надо до 6 шариков. О, сейчас будут деньги. 800, блин, один. Все, есть. Сейчас до 6 шариков он красит. Ой-ой. Смотри, какие очки он надел. Так, теперь надо 400 качать его, чтобы он подольше шарики задержались. Чуть еще надо. О, камуфляжный, блин. Прошел. У нас нету ничего. Ладно. Его тоже опять-таки не сказано. Обычно в таких играх... Достаточно один, чтобы пройти, и ты проиграл. А здесь иногда ну, проходит... Нет. Я помню по Warcraft, Tower Defense, что там действительно жизни тоже есть. И количество жизни зависит. Надо как-то и в Warcraft поиграть, пару кастомок посмотреть. Получится улучшить. Много денег надо. Ну, нет. Если получится, коплю я тогда на этого Супермена. А я на самолетик. А, на самолетик, чтобы камуфляж. Да чтобы, да, камуфляжные сейчас. Будут изредка идти, там будут сердечки, у меня 22 уровень. Кстати, вот этот, ух ты! Чувак с бумерангом тоже хорош. Видел, как он кидает классно бумеранг? Угу. Так, ребята, сначала куплю, короче, самолетик, но мне дали какую-то банановую ферму. На 22 уровне банановую ферму я открыл. Там было 3 выбора, я банановую ферму взял. Но сначала я... А давайте сразу банановую ферму. А что она делает? Бананы. Блин. Банановая ферма. У вас есть банановая ферма. На фермах бананы появляются автоматически во время каждого раунда. Нажимайте на бананы, чтобы превратить их в деньги. Но не ждите слишком долго, иначе бананы испортятся. Ух ты! Деньги — это хорошо. Хорошо, я вот нажимаю, бананы есть, и чё, не происходит ничего. А! А, так она сама!
А, то есть, наверное, в мобильной версии нажимать надо, знаешь? А тут она, видишь, сама. 22-й уровень. Вот, видишь, он... Мне дали бананки. А, нет, они... Вы их поставили или нет? Они падают, бананы на пол, и надо нажимать. 250 дает, между прочим. Это 250, это... А, 20 дает. 250 пока осталось. Блин, еще много до Супермена. А Супермен почему стал... Ты заметил, Супермен стал дороже. Самолетики стали дороже. Да вообще стало дороже. Заметил прикол? Да. Пурке так. Yes. Совместной игре, наверное. Ты, смотри, у самолетика есть и даже надо нижнюю брать, и там у него есть и наводящийся. Очень классная фишка. Наводящийся прям очень класс. Эй, собирай бананы. А, можно мышкой просто проводить, я понял. Сделай наводящийся у самолета, будет вообще чики-пики. О, наконец-то Супермен. Ну давай, малыш. Видишь, как он стреляет? Как из автомата. Да он и больше других. Да, блин, он очень дорогой. Чтобы одну прокачку сделать, чтобы он стрелял и с лазером, это можно построить еще одного. Прикинь, 250 стоит и 250 персонаж. Как? Это жесть. Это реально жесть. Так, будем делать еще Супермена. Супермен реально классный. Видишь, как он будет? Ой, блин. Ну он молодец, молодец. Мне нравится, как он работает. Еще 400. Да. Сделаю еще одного. Братья, где вас поставить, братья? Блин. Блин, он такой здоровый и не вмещается. Блин, как-то так нашел место. Вот зараза. Ой, смотри, хорошо, что мой отсюда доходит все-таки. Это банановое дерево что-то нормальное? Да ну, я даже не буду там мышкой крутить. По 20. По 20, да. Было бы по сотке. Ладно. Так, сейчас буду улучшать своих этих лазеров. Увидишь, что они творят. Ох, ну, слушай, вижу тебя правильно. Ой, камуфляжка. А самолет. Ты сделал вот это 23 уровень. А дальше что-то? Да, сейчас посмотрю. Шпоры автоматически. О! Шиповый завод. Автоматически Опа. Генерирует шипы рядом с дорогой, с которой стоит. Сейчас накоплю на него. Так. Делаем лазер. Смотри, что он творит. Стреляет из глаз, видишь? Ну, 23-й. Так. Обезьянья деревня. Видишь, кидает шипы на дорогу. Пока не пробовал, не знаю, что творит. Нет, ну ты видишь, он кидает. И шипы остаются. Понимаешь? Я не... А! Ух ты! Так они исчезают. Они исчезают там, где шарик прошел, видишь, сверху, а снизу смотри. А, так остается. Ой, блин, классная тема. А, ну при следующем уровне исчезает. А вот это бунгало, что дает обезьянье деревня. Д-
дает различные преимущества всем обезьянам. А знаешь, почему все дороже? Потому что сохраняется опыт. Кстати, ребят, опыт сохраняется. Вот смотри, как я быстро прокачал самолет. А раньше долго прокачивал. То есть опыт, накопленный в прошлых играх, сохраняется. Это как бы общий на твоей башне, понимаешь? Вот почему дороже все стоит. Что они как бы уже отчасти прокачаны, у них открыто все, понимаешь? Ясненько. You want some? Вот, видишь, иногда они не стреляют. Я заметил такой прикол. What's up? Ты заметил этот прикол? Угу. Yeah? Тупо сидят, ничего не делают. Так этот липкий что-то может еще, а вот это его ничего не может. Качаться надо. Этот чувак, короче, я сделал, чтобы он шары откидывал назад, когда стреляет Супермен. Видишь, еще улучшение сейчас будет интересно, лазер такой из глаз. Да, да, да. Сейчас увидишь три. Сейчас у него как бы аквамарин такой. Давай, под водой. Старт. Я? А что случилось? А. Так, во, смотри на него сейчас. Видишь, что он парит? Еще при этом, когда он стреляет, он трехглазик такой. Да, и когда он стреляет, их отбрасывает шары, отбрасывает назад. Это классно. Это очень классная тема. Блин, но я, видишь, я как мало поставил. Я своего героя, эту обезьяну и все. И этих двоих. Улучшение все на них тратится. Они очень бешено дорого стоят. Так, сделаю одного другого. Сделал этого дальника, чтобы он дальше стрелял. О, видишь, как классно они идут назад. 24 уровень. Ты бунгало брал? Да. Бунгало обезьян или что? Но там для обезьян. Ага. Дают... А этот чувак на... что, обезьяна инженер? Вооружена надежным газом и прибором. Гвоздодером. Прилучение может. Ага, при улучшении может турели какие-то строить. А ну попробуй мне. Попробуй мне. Смотри, как он держит этих шаров, я офигею. О, 24-й. Мне дали бомбу. Блин, ну это неинтересно, надо держать мышкой. С одной стороны, типа, интересно, да, ты поставил его. Кого? Знаешь, когда ты играешь кого? На вертолет? Телефоне... Да, когда ты играешь на телефоне, ты тапнул, он сидит здесь. Тапнул, он сидит здесь. А ты когда... Тут не, мышкой, так он... после апа вот он сам там стоит сейчас. Он сам летает. И у меня мышка в другой стороне. Он сам, видишь? Сам летит за этими. Блин, у Супермена классная фишка, что мотает их назад. Так, делаю второго. Ну что, продержимся до скольки можем? Да, да, сделаем уже так. Как получится, так получится. То блин, сколько мы в нее играем, можно было стремиться. Интересно. Ты тоже знал, ё-моё. Тоже знал. Ух, как тут. Мы их не выпускаем. Тупо не выпускаем. Я могу только качать своих. Видишь, у меня мало зверей, но смотри, они очень сильные, блин. Супермены сильные, реально. Но в них надо вкладываться, ёпка. 25 уровень.
50 денег дали. Победа. Следующий, поехали дальше. Вольная, давай, до скольки выдержим? Давай. Headshot. Какой-то геройский усилитель куплю. Ух ты! У меня герой. Yeah. Стал сильнее. Да нажимай ты иногда play. Включай. А, ну я же думаю, ты читаешь что-то там. Не-не-не! Блин, мне надо вот эту, ну, этот лазер, а у этого будет какие-то пушки. Но надо 8400, прикинь, сколько денег. Блин, он реально дорогой. По-моему, самые дорогие. Или вертолеты тоже дорогие, может быть. Но дорого, дорого. Так, пока лучше я думаю, что поставлю еще одного. Это пятый уровень, 50 штук. Поставлю еще одного, по-любому дорого. Так, поставлю, чтобы тоже шарики ушли назад. Да, жестко. Да, это есть. Не, плохо, что деньги как-то мало дают. Так, чтобы шарики назад пошли. Дирижабль тяжелый. Блин, ну молодцы просто. Пока держимся, не знаю. Headshot. Супермены тоже классные, блин. Дорогие, капец. Вот у меня прошла эта война с сердцами. Когда у меня были снайперы, они не смогли остановить. К сожалению. Давай, держимся до последнего. Азарт. Улучшил самолетики, у них есть Коплю, 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 Сашка. Вот именно на это коплю сейчас. Нужно... 14 тысяч нужно, у меня 8 всего. Это только чтоб один улучшить. Ничего себе, как дорого. А деньги не копятся прям так, как хотелось. Блин, может мне поставить эту бунгалу, который дают типа 15% урона. Вот поставил бунгало, пусть она будет. А, только на одного можно поставить. Слушай, как она работает. Ты ставишь бунгало, при этом ты должен показать, кому она дает этот урон. Только на одну обезьяну можно поставить. А я просто мышку над пальмой держу, и бананы падают, и деньги мне дают. Не обязательно по банану щелкать. Так, сделаю еще лазер. Headshot. Да. Oh, yeah. Жесть. О, Супермена можно улучшить. Что ему дать? На 50 тысяч опыта, 35, нифига себе, у него большие запросы, скажем так. Ну да, капец, как не дешево. Воу, 14 тысяч почти, 13 900, 14. Могу самолет улучшить, пожалуйста. Улучшил самолет. Ой, ой, блин, какой классный стал. Да уже не кукуруз.
А следующий сколько лучше? 30 тысяч. Ой, блин, откуда такие, блин, циферки? Но самое интересное, что это хорошо, знаешь, в чем? То, что если ты проигрываешь, все равно пофиг. У тебя остается как бы вся прокачка. И поэтому так и дорого, потому что чтобы больше ты записал, если ты не сидел. Для соль в этом. А тут нет кобеток, видишь? Я пошел в такие. Что творится? Мы ее, по-моему, не успеем, блин. Все успеем. Не сцы. Ой, блядь, чтобы улучшить воплощение солнца. 20. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, и не сцы. Короче, ребят, 2 час 40. Нормально. Для вас играли час 40, при этом... Серёжа, хочешь продолжить? У меня 400 баксов есть. Нет, спасибо. Реально, вот смотрите, 25 уровень. Мы только до 25 доходили, до 20 доходили, чтобы показать вам совместную игру. Как она выглядит. Это жесть. А мы еще пару видосов сегодня хотели записать. Мы их запишем? Мы их запишем, но, блин, много времени на игру потрачено. Ну, мне кажется, не зря. Классная, классная игра. Азарт держит. Мы вроде вот хотели вам показать только совместную игру, так, одну-два уровня, но вошли в азарт дальше играть. В любом случае, вы знаете, что делать. Ссылочки все в описании, все, что нужно в описании. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и на этот канал Лунастик. Всем пока-пока!